настоящий момент мы понимаем, что сахарный песок не должен превышать минимальная цена 46 рублей за килограмм. И подсолнечное масло без добавок не должно превышать 110 рублей за литр. Это те цены, которые доступны для потребителей, для розницы. Товаров первой необходимости в магазине присутствуют в полном объеме. По росту цен его нет. Компания максимально контролирует ценовую политику и пытается сдерживать на максимальном уровне.